Пошли, 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 пошли. Сейчас будете бороться и ударитесь. Вот умница. Теперь отсюда делай. Делай катание. Где чего? Где чего бросков? Вот. Умница. Дай ей встать. Возьми захват. Вот так и будешь брать захват. Вот так менять. Так и будешь. Ну вот все дела не показали. Где твой коронный брат? Ты его делаешь, не делаешь. Молодец. Вот где Матвеевич. Что-то не отвлекался, думаю, чемпионом. Вот сейчас с инженерием. Вот куда ты бросаешь, скажи. Вот куда ты бросаешь? Встань, пожалуйста. Туда. Нет такого слова туда. Есть обратно. Ты или вперед бросай, или назад бросай. Взял отсюда, поставил ногу и ломаешь ему ногу. Ну так, если ты хочешь туда бросить, делай шаг. Раз, пошли. Раз, смотри. Вытащил его туда. Вытащил его, потом раз бросил. Сделай пару шагов в сторону. Да, получится? Вот теперь смотри. Бабе, когда ты будешь делать сзади, она просто тебе бросится. Значит, нужно вот сюда руку перевести. Чуть-чуть вытащить. Раз, раз, и потом оп, оп, и сюда бросить. Когда это будет тяжело, ты как раз. Подожди. Да. Вот так, чтоб ты знал. Пошли. Пошли. Так. Мотэ, сели. Сели? Нет, там, вы здесь. Куда? Куда ты сел? Вот ковер. Не надо уходить с ковра. Так, Сырбов, коронный прием какой? Не знаю. Нет. Значит, не будешь бросать тогда. Денис, какой коронный прием? Передняя подножка. Какая? Передняя подножка. Передняя подножка. 30 бросков сейчас будешь делать. Нет, не 30 бросков. А разрешите делать задний, как и сам? Я хочу делать это тоже коронный. А то, что ты хочешь, да, это ты можешь делать во время отработки. Я спрашиваю коронный бросок. Вот ты сейчас будешь бороться. Ты будешь этот бросок делать? Да. Нет. Да. Не будешь. Нет, не буду. Не будешь, потому что у тебя сейчас не будет получаться. А в отработке это отрабатывает. Так, Макс, какой прием будешь делать? Через бедро. Через бедро. Фиговый прием, значит, будешь 25 бросков делать. Он тебя... Ты когда здесь боролся с этим, все, ты ему хоть раз сделал? Ни разу. Вот у вас вообще ни одного броска нет. Значит, надо думать что-то другое. Какой-то еще бросок. Катафеич какой? Катафеич. Кыти, РНП. Через бедро. Через бедро. Вот он делает, да. Он левша, иногда он в левую сторону делает. Катафеич что будем делать? Вот, Вим, что ты сделаешь? Какой бросок? Через бедро. Все вы через бедро делаете. Ну давай посмотрим. Что ты будешь делать, Денис? Да. Как? Ударь. Еще раз. Ударь ногу. Еще раз. Ударь. Ударь с тобой? А зачем? Мне бросок нужен? Ну, через бедро. Через бедро тоже. Через бедро. А сверху что ты будешь делать? Вот ты будешь сильно бороться. Что ты будешь делать? Через бедро? Что получится? Ну что получится? Так когда начнешь делать броски, какой бросок будешь делать? Через хорошо, садись сюда. Да, я не хочу, чтобы она была вот, делать. Тебя никто не спрашивает. Хочешь ты, не хочешь ты. Приготовился. Это, Денис, приготовился. Свой бросок, 25 бросок. Стал с тобой. Так, вы подошли сюда. Вы подошли сюда. Значит, Катавицкий, ты бросаешь Макса, ты ушел. Я считаю, встали, приготовились. Внимание. Денис готов? Дорожки и бросок о руке. Катавицкий, покажи. Нет. Как лежат? Подойди ко мне.
Не здесь, вот так, потому что сразу улетишь. Давай. Приготовились? Так, я беру поезд, Андрюха, не обижай. Он меня ударил, и ему не дал. Ну, значит, я его накажу. Кто балует, с тобой накажу. Внимание! 25 кросков! Джей! Оно! Окей, трое! Давай, давай, давай! Три! Патро! Чинч! Смотри! Шестер! Быстрее, братца, быстрее вставай! Шестер! 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 О! Ноу! Дети! Господи! Двое! Три! Патро! Чинч! Шастер! Шастер! Ок! Ноу! Зече! Уно! Той! Три! Патро! Чинч! Мате! Так, Маша, через спину скажи. Так, кто бросал? Он. Ты сейчас бросаешь? Не я. Ты бросаешь? Его. А, через бедро? Да. Так, через бедро устал? Кто падал? Ты падал, да? Ну что, приготовились. Приготовились. Значит так, становись сюда. Ты становись сюда. Масу сюда. Котофеевич, туда. Ты подходишь сюда, его бросаешь, подходишь сюда, его бросаешь. Так, вставай. Андрюша, ты сюда становишься, Денис сюда. Так, его через спину скалет, потом буду через спину скалет. Ты сразу раз и ходишь на то место. Приготовились? Че? Вон он. Давай. Три. Патру. Денис, оставайся здесь. Чищ. Да не отходи. Там где сахар наступает. Чищ. Шаптер. Оп. Ноу. Здесь. Ты упал там и становись чуть дальше. Успелись. Вдоль. Три. Патро. Чинч. Шаза. Шаг, убери в сторону. Оп. Ноу. Давай, давай, Маша. Тече. Уно. Давай. Три. Патро. Чинч. Мате, отдыхаем. А я не знаю, после. Она не знает. Серга сказал, что у меня вообще нет приема. Будь бросаться. Что он будет делать, если он не прием? Дай мне подножку. Нет, дай тебе подножку, это ты иди бабушку бросаться. Не знаю. Вон туда, вон туда. Так, это ли бросаешь? Да. Здорово. Отсечка. Хорошо, молодцы. Вот, видите, потихоньку входите. Еще раз вам говорю, идете на тренировку, думайте только о борьбе. Все. Тот, куда уехал, что а уберите в сторону. Уберите это в сторону. Вот пришел, да, самый сильный Артур. Самый сильный из группы, ну кроме этих. Пришел, блин. Не было 4 тренировки. Все, получил травму. Не в травме дело просто. Все, приготовились. Следующий. Катерина, сейчас чем-то. Через микрофон. Давай.
Так, но если ты не будешь делать схватки через трубу, я накажу. Сырку что будет делать? Подсечку. Какую подсечку? Вот. Ты что, умеешь делать подсечку? Да. Покажи на Денис. Если упадет плохо, ты будешь деньги платить за это. Молодец, да? Молодец. Ну, бей. Что, моя нога, что ли? Что, Денис? Очень нравится. Халат. Что неправильно сделал? Ударь. Ударь. Сет. Так, возьми, пожалуйста, правой рукой заклад. Только правой. А ты левый, Денис. Ну. Через плечо в ту сторону. Я? В чем здесь там? А я? В ту сторону, давай. Блин. Вот. Становись, Маша. Ну да, ты Маша. Возьми Машу, сделай аккуратно. Нет, Маша, держи золото. Выше возьми чуть-чуть, Маша. Ноги шире, Маша. А то как трактор проедет. Вот так. И еще раз. Руку вот туда. Оп, захватываешь. Не надо этой рукой тоже держать. Маша встала и Денис встал. Приготовились. Готовы? Посмотрите, Маша, он делает бросок. И не надо бегать вокруг него. Посмотри в ближнюю сторону. Раз, чуть-чуть отошла и встала. Денис, не надо смотреть. Внимание. Чувак! Раз. Два. Четыре. Быстрее. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Бросаем. Семнадцать. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41. Все. Не успел. Кто не... Готовы? Время! Что это за разговор, Андрюша? Посмотрим. Сорок три. Ну, держи, пой кувырок через него, я был бы бросок. Маша, не надо. До конца. Вазари. Кому? Сербу, кому? Кто на спине лежит? Я или Сербу? Мате. Мате? Кому? Ты спрашиваешь, кто на спине лежит? Я. Ну и все, что тогда я разговор ведешь? Хочу. Держать. Держать руку, держать. Держать руку. Майну цели. Да я сделала рекорд. Так удержания нет, Маша. Я сделала рекорд. 20? Да. Ну скажи, что было? Говори, что было? Скажи, Мате! Поставь их туда. Дай им сюда. Давай, вставай. Итак, Ипон? Значит, его Вазари отменяется. Он пока победитель. Продолжаем дальше. Тебе нужно от него отыграться. Ты как проигрываешь? Денис уже чемпион города. Души. Мате. Да. Мате. Классный сюда. Мате. Хай. Базарик.
это уже 30 еще, красавчик. 37. Базаре. Это 37 на 7. Откуда 37? Один не понял, два базаре. 17. 24. Базаре и 17. И плюс еще 7. 24 плюс 31. А откуда еще 7? Давай, Борис, 37 на 7 проигрывай. Так. И полон. Базаре. Да я бросал, почему ему дали? Слушай, ты нахуй его. Марте. Время. Так. Денис остается. Денис, ты только защищаешься, все, ушел. Маша, вперед. Все, Маша борется. Маша борется. Маша, смотри, вдруг этот дядька бросок сделает. Не расслабляйся. Одевайте его, меняйтесь. Поклонился, ушел. Все, пошел. Итак, друзья, победа. Ты уже чемпион города. Давай, Маша, нападай. Молодец. Стойку. Давай, 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 Маша, уже, давай. Люка, можешь разговаривать, когда будешь судить, я тебя буду здесь заставлять сейчас. Сядь туда на стол, пожалуйста, и сиди. Маша, работаем. Видишь, все хорошо, четко залезаешь, все, ну не держишь рукой, локоть. Япон. Катавицкий. Чемпион республики. Дальше. Ну, постой, сейчас. Попрыгай, вот здесь, встань, не надо. Разговаривай. Давай, 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 Маша. Так, пока Катавицкий, ты иди, ты иди, выходи вместо него. Катавицкий, ты судишь. Итак, Катавицкий у нас чемпион города и чемпион республики. Вперед, пацаны. Кто это? Пусть будет. 1, 2, 3, 4, 5.
сделать бросок, кто чемпион тут выиграл? Он? Кому? Сыргу. Ой, он упал на сыргу. Да. Но... Что ты? Ты делал прием, а он защитился и все, и тебя дернул. И пол Кателем. Там встали. Там поменялись. Нету. Итак, Кателин, давайте, кто там станет чемпионом Европы Катовицкий или чемпион республики Кателин? Кто? Давай, 3 минуты у вас есть. Максик, не меняйтесь там, до. Ну, позарь. Вытаскивай ногу. Раз, два, три. Делай болевой на руку. Делай болевой на руку на дальнюю. Задуши его отсюда. Все. Только. Пожалуйста. Один опор все в зале перекрывает. На самом деле отступляет. Нет оценки, упал на локоть. Мало, задвинь собой бросок. Слушай. Стоп. Ну-ка. Все, будешь 6. Выигрываешь шипон. Ни в коем случае шипона нельзя проиграть. Даже если упал, стараться все равно, чтобы держать не было. Перескрой его, Катавирский. Базарик, Катерина. Вытаскивай голову, будь болевой. Есть крик. Матер. Ипон. Кто крикнул? Крикнул? Все. Ну? Я говорил. Говорил. Отыграл. Нет пока чемпиона. Стой. Подожди, а там как или схватка не закончилась. Там что, и пон был, там базарик. Мате. 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 Кто? Чуть ближе. Да, это и пон. Мате. Так, помолчи. Значит, там Катерин взял базарик. Да. Он стал членом республики. Поклонились. Ушли. Так, море выходит. Катерин. Нет, море. Что? Нет. Ой. Максим. Максим Бутнаров. Катавицкий. Катавицкий. Ты сколько подряд? Ты по сколько? Две схватки или одну провел? Одну. Одну. А, все нормально. Потом ты поменяешь. Ты с кем боролся? Я с Катавицким. А, вы, да? Вот потом ты отдохнешь, а он будет бороться вместо тебя с Максом. Так, выходишь. У вас нет чемпиона. Нет, я Игуан говорю, и Базаря, он не Игуан. Ты сделал, смотри. А я первый сделал Игуан. Вы же говорили, кто первый. Подожди. Значит, первый фонд выиграл. Да, молодец, хорошо. Мате, Мате. Сырбу остаешься, ты уходишь. Да. Значит так, Андрюха. Никаких поделок. Она берет доклад. Ты берешь ответы, пожалуйста, с цепой. Сзади. Главное на нее не упасть, не ударить. Хочу. Давай. Но не расслабляйся. Так, чтобы она чувствовала, что это как бы борьба. За шею взяла, взял ее, обнял, приподнял ее и показал через грудь, так чуть-чуть где-то кусочка. Вот нога торчит, зацепи ее. Вот зацепи, вот. Вот, базаришь. Ну ты стоишь на ноге. Ну чуть-чуть расслабь ножку, перенеси. Давай, давай, Маша, давай. Бедро делаем, да? Два. Давай, давай, Машука. Ой, он такой высок. Какой высок? Такой высок. Ну, значит, про.
девочки высокие, а вы потом пугаете. Да. Ну, сделаем обязательно так, чтобы он улетел. Да. Ну, делай, делай. Давай, 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 отгони его. Ну вот, Макс. Вот ты так. Удари. Правильно, потому что он дальше не стал делать, чтобы тебя не ударить. Thank you.
Бон? Да. Кто выиграл? Катерин. Катерин у нас кто? Чемпион Европы. Поклонились. Я тоже. Какой ты чемпион Европы? Поклонились, слушай. Приготовился. Тимофей. Катерин. Приготовились. Приготовились. Пока стоп. Вы отдыхаете, мальчик. Мальчики, вы отдыхаете. Вот. Вы отдыхаете. Мате. Время. Денис, 10-0. Пожалуйста, Сэмбо. Садись. Это чемпион города, чемпион республики. Приготовились? Вы тоже готовьтесь. Пожалуйста. Итак, Тимофей у нас чемпион республики, Катерин чемпион Европы. Ты судишь? Да. Хотя бы все. Внимание. Чё? Смотрим. Дайпон. Красавчик!
Да, снова я, да, кто? Кто виноват? Я. Ну, кто там? Не выигрываете, кто? Давай бороться. Что вы тут заправляетесь? Лифчики поправляетесь. Давайте боритесь. Вот же есть коронный прием, вы делали. Видите, он не получается, значит, надо что-то менять. Макс, шида защищаешься, первая шида. Ну, бедри назад его. Ипо! Это ведь чемпион мира. Потому что он затянул хорошо. Итак, Катавицкий у нас чемпион мира. Поклонились. Приготовиться. Кэталин, Максим. Видишь, все как ты, Маша? И все бы, Маша. А я против, это спорт. Ты же чемпион. Машенька, не держи, вытолкну. Вытолкну. А, опять? Опять, не опять, не брат. Готовы? Джоэля! Нет, нет, не тащи. Не тащи. Ты мне курт помри. Не выпьешь. Нет. Ну, думаю, не расслабляйся. На нас костичка. Красавчик! Болит, болит. Болит. Вот на, чемпион республики, красавец, поклонились там уже, опекаем. Готовится. 1-0. Давай, давай, Маша, давай. Самый чемпион Европы, он сейчас мир выиграет, и все, на этом закончится. Нет. Маша, не бей, не сейчас ты что? Сапа, ну и много. Вот, вытолкни его в ладеру. По плечу. Кто? Старшая боль. Там не старшая боль. Да, слушаю вас. Да. Здравствуйте. Я вам сейчас перезвоню, жена должна уже прийти после экзамена. Сейчас я перезвоню, мне кажется, да. Так. Так, стоп, одну секундочку. Мате. Ну вот, теперь можно. Алло, Мариш, ты где? Дома? Он через час-полтора будет. Я ему дам телефон. Ну, чтобы, когда он подъехал, чтобы там ты открыл. Или он мне позвонит. Все, жди. Такое ощущение, что она телефон держит вот здесь, за спиной, блин. Уже новый телефон ей уже купили, блин. Да, можете подъезжать, жена будет ждать. Вы мне перезвоните, я ей открою двери. Угу. Все, теперь можно будет бойлером заняться. Так, Мате, стали все подошли ко мне. Вот здесь вот построили. Вот тут. Оставь Бутука. Потом тебя сейчас задушу дверь. Понял? Вот сюда, мальчики, построились, вот сюда. А если он не задушит, то он пригласит своего друга Алешу. Алеша задушит точно. Правда, Никита? Не хотите бороться? Эй, вы два фрукта. Никиту проверите, этого проверите, призера. Хотите, нет? Полчасика. Полчасика. Кто ты боишься? Скажи. Что, Никиту ты боишься?
Проверь, Никита, полчасика вам как раз. Полчасика уйдешь домой. А мы не потом еще попоем. Денис, проверь. Они друг друга проверят. А? Они друг друга проверят. Да я не понимаешь, ты размятый, он размятый. То есть они начинают сразу двигаться. Они видят, что им, извините, задница, и они начинают двигаться. А этот пришел мертвый, этот пришел мертвый. Как они пришли? Где они будут целый час здесь разминаться, я их буду разминать, чтобы у них, вот смотри, ты сейчас, да, уже наборолся, он наборолся, злые стали, все. А вспомни, какой ты вначале был. Он сейчас тебя увидит, испугается, все, или обострется, или бороться будет. Все, вы вдвоем туда сели. Вы, Машенька, с тобой все. Так, вам. А можно еще остаться? Можно. Так. Тебе принес документы? Все, ты. И что, так и будем? Дальше же передашь родителям. И чтобы они тебе позвонили сегодня. Можно взять это, пожалуйста? Да, пожалуйста. То же самое. И завтра документы. И 30-50. Нет, значит, с собой иду. Кимоно, чтобы было в порядке. Чтобы тапочки готовы. Что? Ну, надо сделать, чтобы чисто было. Чтобы брюки были. Нет. Что у тебя чисто? Ну ты корову ее жевала и выпила. Что у вас? Водка. Как нет? Покупай. Уже год прошел, да? А ты меня же сколько кормишь? Уже пора покупать кимоно. Или ты думаешь, что я буду тебе покупать? Сейчас я скоро получу зарплату, если куплю тебе. Хорошо, Тимофей, что узнай, какой рост у родителей? Вес? Все, готовы? А нет, 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 извините. Снимайте курсы. Надо папа звонить. Что папа звонит? Вечером родители могут позвонить или нет? Как их любимый сын будет бороться? Где, что? Или они не интересуются вами? Так, вы...